Вы, кстати, знаете же, что название Нави это не... ну, короче, это изначально нерожденные побеждать. Вот. Это они так просто назвались. Да, просто назвались существами с планеты Пандора, то бишь из фильма «Аватар». Изначально просто ну, просто назвались Нави, как звали вот эту вот расу, которая там жила, да, на Пандоре. А уже потом, спустя где-то полгода, год, может, ну, точно не помню сколько, они устроили типа конкурса «Придумайте лучшую расшифровку для Нави». И так совпало неожиданно, что оказывается «Natus Vincere» на латыни. Это «Рожденные побеждать» в переводе. И вот кто-то предложил такое название, его признали... Ну, как бы, этому человеку там дали какой-то подарок, и с тех пор вот они вот так вот расшифровываются. Вообще-то изначально это даже не так было. Это просто был дефолтный микс, который назывался абы как. Ну, знаете, как Мегалады или подобные названия всякие разные. Типа какой-нибудь там Пивас Гейминг и прочее. Знаете, я считаю, это мое мнение, оно может не соответствовать действительности, безусловно, но мое мнение, что Нави, как тег Нави, за свою историю является крайне удачливым каким-то. Вот, вот реально, им сопутствует удача. Обыкновенная спортивная удача. Да? Вот, с одной стороны, вы скажете, в смысле, блядь? А, типа, ну, вот я скажу точнее. Вам. Вот, например, они собрали как-то раз состав ПКС в 2010 году, собственно, с чего началась история этой Нави. И этот состав выиграл там что-то 4 турича подряд, вот супер крутых, или что-то такое, уж не помню, блядь, 100 лет назад, значит, это было, и с этого началась история Нави, как команды, потому что они собрали вот этот, это был обычный СНГ-шный микс, как и часто тогда бывало, но конкретно этот выстрелил нереально. Потом они собрали состав по Доте, и он выиграл International, вот. И вы скажете, ну ёпта, ну вот собрали, да, сначала по КСу, потом по Доте, это все гений менеджмента, это Zero Gravity, он гений или что-нибудь такое. Да гений, гений, молодец, собрал, это реально, понятное дело, что оно тоже не на рандоме собиралось там, но это же, понятное дело, что то, что эти составы заиграли настолько сильно, это им повезло. Ну, повезло, что так получилось, просто элементарно. Потому что составы собираются и разбираются, и собираются, и разбираются. А когда, ну, но далеко не каждый из них ебошит. То есть здесь нужно определенное везение, чтобы так звезды сошлись, что вот реально этот состав из крутых игроков он собрался, и он реально ебошит. И вот у Нави получилось два таких состава собрать на заре своей, своего существования, и тем самым, ну, вписать себя как бы в историю киберспорта. Потому что и International выигранный, и по КСу составы, бла-бла-бла. И потом много-много раз, на самом деле, Нави реально везло. Ну, блин... Ну, я это по-другому не назову, это просто, это много разнообразного везения. Их выступления на втором, на третьем инте, они ни там не должны были, на самом деле, занимать таких мест. Они были к этому просто не готовы. Но что-то происходило, всегда что-то происходило. То пуджи хукают там с челом, то еще какая-то хрень, то у противника как будто вместо рук появились культяпки какие-то, и они начали ими играть. И вновь везение. А, вот, и на данный момент, вот, по ходу всего этого турнира, как же Нави прет. Просто, как же их прет. Там, я видел такое от Нави. Ну, это, конечно, они готовы. У них хороший состав, они готовы играть и так далее. Но прям этого состава, этот состав прям прется. Они прям, знаете, они прям куражатся. То есть у них просто какие-то драки, где все на 50 хп бегают и так далее. Но это не отменяет того факта, что они, безусловно, молодцы. Хоть и где-то им запирает. Так что они прям на кураже фигачат. И как бы хотелось бы, на самом деле, наверное, бы им выиграть этот турнир. То есть ивент, на мой взгляд, такой себе. Именно его игровая составляющая. То есть то, что они графон проработали, дополнительно какой-то красивенький сделали, то, что там сетики, халява там и так далее, это окей. Это все здорово. Но именно сам ивент я сыграл, ну, сколько? Я сыграл игр 5 ночью, когда он только вышел. Делал я это под винищем, поэтому ничего не понимал. И мне было, в принципе, пофигу, что делать. Я был под винищем. А потом сыграл еще игры 3 уже, типа, не под винищем и днем. И вот этого количества игр мне полностью хватило, чтобы больше в него не играть. Ну, просто неинтересно. Именно игровая составляющая на нуле, к сожалению, у этого ивента.
А в остальном, как бы, здорово, но все-таки игровая составляющая, наверное, самая важная, что ли, в этом всем деле. А что изменилось? Почему все тогда боготворили прошлое Dying Light? Ну, момент первый. Сейчас, конечно, будет звучать очень уж, может быть, даже как-то богохульно, что ли, знаешь, или как-то вообще просто я могу стать персоной нон-грата практически. Но я тебе по секрету скажу, прошлые Дайртайды были дерьминые, редкостные. Да, это просто классическая история, когда у людей осталось некоторое впечатление о чем-то очень старом, чего потом типа не было, а потом на это наложилось то, что все типа говорили Give Dying Tide, еще там что-то, и ностальгия, и вот это вот все. Да в него не играло процентов 80 людей, которые говорят, что он был крутой. Он был слишком давно, понимаете? У людей уже совершенно не то, не те воспоминания. У них осталось какое-то воспоминание, что что-то там было вроде интересное. Но на это наложилось время, и наложилась ностальгия, и наложилось то, что люди создали хайп-ивент из этого, когда просили Dying Light, и там даже, ну, из этого целый хайп-движение, короче, сделалось из вот этого знаменитого Give Dying Light. И вот это вот движение Give Dying Light, оно сделано для того, чтобы о Dying Light были только положительные впечатления гораздо больше, конечно, чем сам Dying Light, это и так понятно. Dying Light это был отстой, Dying Light это даже не был ивент, это была просто дота, просто обыкновенная дота, где надо было собирать конфетки, она была вся перебагованная, это лагуча непонятная, и потом драться с Рошаном, и там было все перебаговано, и это было просто, это было, короче, это в этом ничего не было интересного. Но просто у людей создалось вот это вот впечатление о том, что это было суперинтересно. Тем не менее, этот Dying Light вообще не имеет ничего общего с тем. Там была другая цель. Там нужно было в конце убивать Рошана. Делать это вдесятером. То есть сначала вы деретесь друг с другом, собираете конфетки, вот, а потом вы деретесь с Рошаном. И типа на скорость это делать. Это был определенного рода прикол, потому что тому, кто делал это быстрее всех, раз в неделю или во сколько там, не помню, или раз в несколько дней, раз в неделю, по-моему, давали Рошанов. Ну, вот эти вот Golden Baby Roshan, Platinum Roshan, и какие-то там еще, возможно, были, не помню уже. Ну, это было само по себе прикольно. Но опять же, это прикольно, но это то же самое, как ивент, который был летом. Ивент, за который, ну, в котором получить этих Рошанов могли только избранные. Что называется, ты просто так не получишь. Тебе нужно было задрачивать, тебе нужно было обузить, там были разные другая, да, это, другие приколы и так далее. Короче, ребят, просто поймите, что ностальгия творит страшные вещи. Иногда странные. Люди начинают хайпить то, что никогда не было крутым. Просто потому, что им кажется, что так было. Но на самом деле, нет, нет. Это и тогда не было крутым. И этот Dying Light даже лучше, чем тот. Вот. Ну просто этот Dying Light, на мой взгляд, он выглядит как, знаете что? Это у себя в телеграм-канале тоже писал, как гринд-ферма такая. То есть весь ивент заключается в том, что ты просто должен гриндить конфетки, чтобы менять на сундуки. Понятное дело, любой ивент практически сводится к этому. Да, но пытаются как-то гринд замаскировать подо что-то, да? Что-то как-то вот замаскировать его, чтобы он не был уж настолько, ну как бы, знаешь, просто однотипным. А здесь не пытались даже замаскировать. Тебе просто говорят, ну, типа, вот конфетки, их надо собирать. Вот ивент, его надо играть. Вот играю ивент, будут конфетки. Будешь покупать сундуки. Все. А ивент он такой, что как бы он просто в него можно даже не играть. То есть на самом деле можно зайти, встать в пятером авк. Вам вы проиграете 1, 2, 3 раунда. Каждый по 5 или сколько там минут. Все, вам дадут конфетки за это, за то, что вы поиграли. Притом, не намного меньше, чем те, кто победили. И ты заново запускаешь, встаешь шавк. И я уверен, что какие-то боты уже это делают. Активно, активно. Они активно накручивают эти конфетки. Ты регаешь ботов. Идешь где-нибудь, регаешься там в какой-нибудь регион, где нет людей практически. Ну, где мало людей играет, да? Вот в Дубае в какой-нибудь.
И просто друг против друга играешь и по очереди авк встаешь. Как раньше обузили всякие так вот награды, компендиумы, там, всякие квесты и так далее. По-любому уже кто-то это обузит. Потому что это реальный заработок. То есть ты обузишь эти сокровищницы, ты их продаешь и реально зарабатываешь. Люди на этом делают бабки. И весь, ну, ивент сделан так, как будто бы он предназначен для того, чтобы ты сидел и зарабатывал. Просто кто-то это делает вручную, то сидит и играет, блин. А кто-то пишет ботов и просто сидит, смотрит, как бабки текут к нему в карман. Вот и вся история.